И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду играть опять в Warface. Это вторая часть нашего прохождения миссии Ледокол. В прошлое видео я только установил эту игру, опять же, обновил точнее ее, и вот сейчас мы продолжаем, то есть я ничего не поменял, у меня 6000 от этих штук. Так, ладно, у меня медик есть, все, нас двое, никто, ладно. Давайте пока что зайдем в магазин, посмотрим, там вообще что есть. 3000, а, нет, 9000, извиняюсь. Так. Значит, чё? Оружие, например. Чё здесь есть такого? Что я могу купить? Навсегда MC какой-то... Нет. Не хочу. Так, один день, один день. За 5000 один... на один день не покупать? Нет. Навсегда я могу... А, чё, у меня есть сериали? Я вот не помню, у меня памп был или пампа не было у меня. У меня памп вроде был. А, не, помпа у меня нет, помпа. Давайте памп тогда купим. С помпом будем ходить. Как раз я вам покажу, как он действует вообще. Работает. Так, вот памп. Наверное, он лучше будет. Давайте. Ожидание сервера. 2000 у меня осталось. За 2000 давайте, не знаю, что купим. Так, ожидание сервера. Ждем ожидания сервера, пока что это все сделается, пока что это все загрузится. А, это, видимо, что? Это загрузка чего вообще? Это типа игра начинается или как? Видимо, да. Это... Ладно. Я памп купил, вроде все он у меня есть. То есть у меня поставлен. И сейчас я уже буду с пампом играть. Но я не взял шлемы, я не взял, ну, то, что было. Я, то есть, не готовил особо такого. Я не готовил ничего такого. Так, нажмите левый shift, чтобы сделать рывок. Не знаю, зачем мне это нужно, ведь я это и так знаю, и зачем такая подсказка вообще нужна. Но я думаю, наверное, людям другим она все-таки нужна, поэтому, ну, пусть пользуются. Что там? Так. Загрузка. То есть загрузится сейчас сервер. Сам сервер загрузится и будем сейчас играть. Да, у нас теперь два штурмовика есть, два медика и один опять снайпер. Но я не знаю, как мы сейчас будем проходить, потому что один штурмовик у нас нормальный, а второй рангом поменьше, да. Можно так его назвать. Так. Ладно. Посмотрим, как они в игре вообще будут все вот эти действовать вообще они. Посмотрим. Так. Да, давно я не играл. Мне тут все поменяно, ладно. Окей. Ожидание остальных игроков. Ладно. Ждем остальных игроков. А кто загружается-то? Все загрузились уже, вроде бы. Ладно, ждем. Я должен пройти этот ледокол, потому что это ледокол. Да. Ну, чего нету? Так. Ну, что-то это долго очень делается, я не понимаю. Игра запускается. Так, вот он. Мой сразу дорогой. К делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. Так. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Вы сейчас смотрите, вот что у меня есть. Вот она это будет следовать за перекрестием прицела. Слушай, это... А чё? А чё? А, не-не-не. Уничтожьте силы Блэквуда с гранатометов. Помните, что ракеты необходимо Опа. Вручную навести на цель. Чё? Иначе попал, они уйдут мимо. Опа. Всё, давай ещё. Давай. Не попали. Давайте, я возьму еще.
Еще вертушки. Сбейте их. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие. Ладно, дерево упало. Смотрите. Что, пошли? Забудьте о крейсере, у нас да. Новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блин! Кто-нибудь? Где врач? Быстрее, мне нужен врач! Медик, ты там еще? Вот черт, врача! Медик, короче, я не знаю, это вообще стрейкер. Да, кто медик-то, блин? Не понимаю. Ну, конечно, конечно! Не умеет никто. Медик не умеет. Да, все, это конец. Это конец. Нам не уйти. Во, все. Ха-ха. Все. Ну хотя бы нас теперь четверо. Да. Ну ладно. Пусть хотя бы попробует выиграть. За этим интерес смотреть. Реально, потому что крутой. Смотрите, как он. Видно сразу донатер, донат брал, покупал что-то, оружие. Сразу видно. Да-да-да-да-да. Давайте. Видимо, они там надолго, да? Ой, все, это конец. Давай, давай, давай. О, все, нормально. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Кто взорвался? Кто-то взорвался, блин. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Мы уже были, как вы помните, по той части. Здесь уже были. Я... Идеально. У кого-нибудь есть лишние патроны? Так, что-то хочет дофига. Хочет дофига. Сюда. У меня нет патронов.
Мне нужны патроны! Внимание! Корабля запущена капсула с турелями. Так. Бейте их, пока они не приземлились. Окей. Подожди. Подожди ты. Понимаю. Пошел ты. Ах ты тварь. Подожди, подожди. 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 Сюда, да. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Да. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Все. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кто меня стреляет-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блин! Да вы что? Ну ладно. Так.
это надолго. Ждем. Оружие, нифига стрелять. Че, давай? Не пойми, в кого они стреляют вообще. Хотят вроде кого-то завалить, но назад кого. Че, там убили. Ха-ха-ха. Я посмеялся. Мы с прошлой командой. Да. Не закончим. Беда. Два штурма. Ну давайте. Системы против нас. Придется уничтожать свои же турели. Ладно, что там? Так. Так. Кого уже убили? Так, ладно. Так. Окей. Все, всех убили. Нет, не всех убили. Красава. Ну что, он дойдет до контроля? Так. Можно идти. Так. Здесь можно два штурма. Один снайпер. Два медика. Медик-педику, блин. Спокойно. Иди. На. Прикажи.
попасть не можешь, лох. О, все настроил, ребят, все. Нас три. Да, мы не пройдем. Так. Сюда. Давай, давай, мочи его. Нифига ты лох. Даже убить его не можешь. Красавчик. Ну давай, опа, молодец. Не подых. Закинь гранату. Давай, ты сможешь. Чё, ты сможешь? Хотя нет, он не сможет. Он лох. Давай. Ну ты лох, короче, все, ебать лох. Ебать ты лох. Все, ты ебать ты лох. Ты не пройдешь. Кидай, гранату в него. Кидай гранату в него. Ну. Ну! О, молодец, чё, нормально. Это было сложно. Контрольная точка. Они заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно, вентиляционные шахты. Да, это будет сложно. Это будет очень-очень-очень сложно им, да, проходить. Давайте посмотрим, как он вообще проходить будет ее. Мне кажется, у него все получится. Но это не точно. Потому что с таким рангом, да еще с такой одеждой, которая вроде бы куплена за короны, но видно, что он играть-то не умеет с ними, с этими предметы вообще. Красавчик. Думаешь, всех завалил круто, да? С рангом маленьким. Давай. Красавчик. Там. Там еще. Еще. Спускайся. Там тихо. Да. О, нифига. Зря ты так сделал, чел. Очень зря. Ладно, давайте мы на этой минуте, наверное, закончим. 20 минут мы поиграли, это довольно-таки нормально. Это, ну да, это не очень так уж круто, так как мы не прошли. Но я это все-таки выложу на YouTube, да, чтобы люди посмотрели, какая же крутая графика 4К, там 120 FPS и супер, блин, там что-то такое. Я снимаю только ради графики. Я не снимаю ради там игры, там что-то такое. Не. Я проверяю свой компьютер, как он будет снимать на супер графике и как это буду потом монтировать, и все. Да. Мы на этом заканчиваем. На следующей части, конечно же, я еще поиграю в Ледокол, конечно. Потому что будет дофигища еще на канале частей про этот, короче, Ледокол. Прохождение Ледокола, потому что пока что я его не пройду, я не закончу. Будет прям вся такая, весь плейлист такой. Прохождение Ледокола в Warface. За несколько раз, думаю, я пройду. Ладно, это был мой второй раз.
пока что ничего нового. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.